Всем огромнейший привет. Что у нас нового, ребята? Наконец-то мелкий достиг того возраста, когда я уже ему могу купить металлоискатель. И вот я ему взял Ваньку ищ 340. Как по мне, для сына 9-летнего вполне хороший себе металлоискатель. Три кнопки. Громкость. Это у нас чуйка, и тут у нас отсекатель целей. Все просто вообще, мелкому самое то, как первый металлоискатель, вообще неплохо. Заплатил 300 фунтов, в эти 300 фунтов, короче, входило сам металлоискатель, ну, лопата. О, смотрите, какая, совсем мини-лабовским логотипом, и все такое. Потом у нас сумка хабарница. Это я потом расскажу. Потом вот монетница. Серчер под. То есть, ну, простая вот банка, и внутри пенка с прорезями для монет. И у нас, даже я не знал, что она у нас идет. То есть не было указано, когда я покупал, что идет. Даже в комплекте положили пин-поинтер, так как я уже у них свой покупал, большую катушку, собрались очки, и вот на эти 300 фунтов, что я купил у них опять, положили в придачу пинпоинтеру. Вот такая вот у нас есть контора в Англии. Такая сумка тоже мини-лабовская, стандартная, то есть без крышки, это, ну, чуть так непривычно, что крышки никакой нету. И вот такую вот, короче, книжку купил. Это у нас, ребята, английские монеты. Каталог, короче, 2023 года, самый свежий. Смотрите, какая толстенная книга. Ну и тут начинается у нас. Вот, ценники, сами монеты английские. Наверное, начнем более сначала. Вот, начинаем мы с этих кельтских монет. И вот тут их разновидностей очень много. Вот 2250 каталоги, цены. Вот и так пошло. Кентиш стайл, аминьюс. Вот рекламки тоже есть. Потом у нас Рим поехал. Вот, дальше Рим. Вот. Золотой уже Рим идет. Потом у нас идет эти англосаксы. Вот. В общем, это у нас вот написано Генри III. Эдвард III. То есть это уже хаммеры. Что вот вы знаете, что мы тут копаем. Это хаммеры. Вот, вот их много, куча разных. Просто вот. Столько пролистало, еще все хаммеры идут. Потому что было у каждого короля свои, короче, хаммеры. Как можно понять, что по несколько номиналов и все такое. И разных металлов, золото, серебро. Джеймс I. Вот это вот все монетные дворы обозначались вот на монете. Вот всякие вот знаки. Так вот у нас по таким знакам определяют хаммеры, монетные дворы. Дальше опять хаммеры, Чарльз I, шиллинги, вот, тут уже Чарльз II, это уже вот монеты, которые печатались на станках, уже пошли одни из первых, вот, Вильям, шиллинги, вот такие вот мы часто копаем, вот такие, вот эти вот все, вот это вот, шиллинги, вот, у нас, вот описание и цены на них. Вот, это у нас Анна, вот такой вот шиллинг, вот, тоже в прошлый раз нашел. Очень прикольная монета, правда, у меня сохран был, сами видели какой, но вот такой вот сохран, конечно же, очень приятно найти. Но пока какой есть у меня. Вы видите, даже так вот отличаются монеты. Вот, дальше у нас Георг II. Вот, вот тут у нас медь. Медь у нас часто, не часто, а редко хорошая попадается.
на книжке смотришь и думаешь, откуда у вас такие, откуда у вас такой сохран у этих монет. Все детально, вот. Все детально расписано, описано. Вот, это у нас Вильям IV. Редко попадаются, лично мне, не знаю как кому, но мне редко. Вот, Виктория. Тоже это суверены или полусуверены. Вот, это у нас тоже Виктория идет. Это у нас флорины. Вот, шестипенсовики, любимые, которых можно просто пачками иногда копать. Дальше у нас опять же вот Виктория, это у нас пол кравны. Ну, в общем, книжка офигенная. Вот, и все доходит, наверное, до Виктории. Ага, а это у нас еще юбилейные короны. Но это не серебряные, это никелевые. Вот, это у нас Елизавета, кстати. Ну-ка, если отмотать. А, вот, ну еще маленькие, как я понял, этот раздел будет о королях. Вот, Эдвард VII. Недавно выкопал, вот, Пенни один. Не может быть, что он так 130 фунтов стоит. 1909 год. А, ну это было, не знаю, что это такое. А так вообще 4 фунта стоит. Ну, да, в хорошем сохране так и есть. Вот, Георг V пошел. На Георге V медных ничего не указано. Вот, пол короны, кстати, вот редкие эти вот короны, пол короны. Вот эти вот довольно-таки часто попадаются и у всех. Вот. Вот такие 4, 3, 2, 1 пенса. Ага, 12-й год, наверное, вот из этой вот по марке, вот где сбоку. Как это, точки или что там из этого, вот такая цена вот в одного пенса. Ну и вот, Георг VI, Гагарин, вот тоже у нас флорины, пол короны. То есть книжка прикольная, вообще, вообще суперская. Сколько, интересно, страниц указано? Вот у нас в книжке 608 страниц. Вообще зачетище. Вот. Ну и потом еще какой раз сниму видео, какие еще у нас есть книги по находкам. То есть в Англии это очень популярно, вот, выпускать всякие разные такие каталоги. Но а следующий выход уже будет в два металлоискателя. Мой и Ванкуш. Пойдем, короче, с мелким ходить, копать, искать. Вот такая вот обновочка. Хорошенькая, позитивная.